Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешев Иешуа, Гамашиах Иешуа, Машихейну. Во имя Иисуса Христа Мессии, Бог Авраама, Исаака, Израиля, Бог патриархов и пророков, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и здесь, на земле, как на небесах. Бог всемогущий, благослови народ свой миром, распусти нас в этом шаломе, благослови на предстоящую эту ночь, пусть Твои ангелы служат народу Твоему. Прямо сейчас пусть Твои ангелы служат этим обстоятельствам народа Твоего. На рабочих местах ли, в семье, в семьях, в финансах, в разных сферах. Пусть ангелы Твои служат сейчас. Спасибо Тебе, Господь. Благослови народ свой миром, Боже, и позволь нам завтра продолжить вечером эту тему. И я молю Тебя также, пусть миллионы душ, запутавшихся в обольстительных сетях, мракобесия, религиозного оккультизма, идолопоклонства, многобожие колдовства будут отпущены на свободу Твоей рукою. Сеть да будет расторгнута, и души избавлены. Через кровь святую Агнца Твоего, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аплодисменты великому Богу, Отцу, Сыну Святому Духу. Аминь. Слава Богу. Хорошо, возлюбленная, мы заканчиваем. Завтра у нас здесь в 6 часов начало семинара, будет третья часть, и потом в субботу с утра, если вы будете служить в городе, в 16:00 здесь, и в воскресенье также в 10:00 церкви восстановления на первом участке, и потом на Карачунах, церковь Дом Хлеба Западный, 3 часа. Все возлюбленное, с миром Божьим, пусть Бог благословит.